И всем привет, друзья, с вами снова я, Отспой Геймер. Ну что ж, продолжаем с вами играть Решимость. В Undertale Геноцид. Что ж, погнали. Тут где-то должна быть секретная штука, но похоже не на этой локации, нет? Да? Да, сковорода. В ту сторону нам надо. Сковорода — это лучшее оружие, которое нам нужно. Знаете, я вот это выкину, пожалуй. Боёк астронавта, у нас потом будет столько вообще у нас денег, 3000, мы потом понакупим с вами. Главное, БПшечку случайно не выронить. Да, обша БП пари мне. А, на земле лежит сковорода. Возьмете ли вы это? Да. Нужно сражаться с Сансом будет, поскольку ему нельзя нанести урон, но урон вообще получается пофиг, кто и битве будет. Посмотрите инфо. Она, это хоть и оружие, атака 10, но на атаку мы не смотрим, поскольку последнего босса нельзя ударить. А, но повреждения довольно увесистые, и предметы лечат на 4 воза больше. То есть нужно сражаться не с ножом. А кто сражался с Сансом с ножом, поздравлю вас двумя руками. В принципе, сковородкой намного лучше сражаться, нежели мы ее эпикируем. И пуанты выбрасываем, они нам нафиг не нужны. Они больше не принадлежат вам. И что ж, статистика. Оружие — сковорода и броня — балетная пачка, но балетную пачку мы заменим на амулет, который будет. А что с той стороны? Вообще ничего. Классно. Блин. Мне просто от этой локации уже мозги плавятся. Но никто не пришел. Отлично. Что ж, идем вверх. Может, сейчас вообще ветер в отспой так говорит, нет? Ну ладно. Блин, я уже подумал, что они включатся. Я что-то забыл совсем, как геноцид проходить. А, переключатель? Лазеры снова включились. Такое электричество же нет. Это ляп игры. Электричество же нет в локации, алё. Вы же видели, что даже надпись «Жаркоземья» не работала. А, тут уже все активировано за нас, да? Они типа сбегали от нас. Эвакуировались. Подбейте вражеский корабль, двигайте ящики и выполните миссию, да? Все уже выполнено за нас. А с другой стороны также? Нет, не туда. Наверх? Ай, ладно, пусть наверх. Все равно так... Здрасте, два стражника. Ты здесь. А это значит, что Undyne? Она... типа, Undyne, мы отомстим за тебя. Королевские стражи атакуют, но они, кстати, это сюрпризом. Да. Королевский страж 01. До свидания. 01. Ты. Да, я. Как бы сказал один великий человек. Как я нафиг не получаю урона? До свидания. Прикольно, типа он с той стороны стоит, и а раньше так было. Фига себе, за них монет дают. Он типа с другой стороны стоит, а противник, и я с другой стороны бью. В итоге. Замахиваюсь. Это раковина особо обычного размера. Какое у меня миловидное лицо. Это микроволновка, это здорово, если вам нравятся микроволновки. А печь выглядит довольно новой. Это точно печь, это не плита. Холодильник, на удивление, теплый. Понятно. Зачем теплый холодильник? Она приклеена к столу. Ну ладно. Решимость. Жаркоземья, вид на ядро. Вот то самое ядро, где умер Гастер. Вы слышите эти звуки? Это звуки плавления моего мозга после прошлого этого. Блин, прошлой записи. Пожалуйста, выберите место. Левый этаж 1. Это что? Левый этаж 1. Давайте все исследуем. А, скоро будет битва с паучихой Мафет. Да, тут блокируют, нам не дают пройти. Почему? Ну, благо я уже БПшечку взял, так что пофиг. Левый этаж 2. Левый этаж 2 это что? Это там, откуда я пришел, да? Интересно. А, тут закрыто. Чтоб мы не бродили чисто, где попало. Левый этаж 3, окей. На пацифисте... На хорошую концовку, когда проходишь, тут все открыто. Так, это туда, куда надо, да. Это я помню. А что в правом этаже 1? Короче,
У меня человек, ну, насколько вы знаете, в группе ВК мы голосуем за игры, то есть у меня в комментариях люди заказывают, и потом уже... Так, это я понял, это правый этаж один, да? Да. А что на правом этаже втором? Правом этаже втором? Чё я фигню несу? Короче, в группу ВК заходите, ссылочка в описании, там всегда голосуем за игры, то есть люди в комментариях пишут игры, я их выкладываю на голосование в группе ВК. А после этого еще 5 игр каких-то ретро идут, и у меня там записано, в принципе, блокнотик. И давайте пойдем уже по истинному пути. Пока едем, поговорю с вами. И, короче, там это. А довольно-таки быстро, кстати, приехали. Ну ладно. И там, короче, голосования за игры идут. Прям масштабное голосование. Так что голосуйте, если не хотите продолжения Undertale в виде лучшей концовки прохождения. А, похоже на какой-то волшебный браслет. Стоп, это же просто круассан. Паучий пончик выглядит более резиновым, чем обычно. Паучий распродажа даже выпечки. Все деньги, вырученные из продажи, пойдут настоящим паукам. Купить паучий... Чё, дурак, что ли, 999? Давайте купим, у вас недостаточно монет, ну естественно. Ну это чисто для пацифиста нужно. Тут нам такое трата денег не нужна. А погодите, а что-нибудь снизу есть или... Нет, по бокам там эти, а вот сюда истинный путь, да. По бокам там... Да, все верно, все верно, все верно. Правильно. Решимость. О, идем в логово паучихи Маффет. Вы слышали, что она сказала? Нам сказали, что человек в полосатой кофте придется, да? Я слышала, он ненавидит пауков. Я слышала, он ненавидит всех. Я слышала, ему нравится отрывать им ножки. Даже другие фразы на геноциде идут, нежели от пацифиста. Я слышала, что у него ужасный вкус. Какая досада, человек проходит мимо, а мы его даже съесть не можем. Ну что ж, испорченные продукты всегда можно выкинуть. Да, это фраза про то, что мы типа геноцидим. Маффет ловит вас в ловушку. Давайте послушаем эту песню перед убийством Маффет. Ну что ж, Маффет. А, оценить. Маффет, атака 38.8, защита 18.8. Если она пригласит вас в свою гостиную, вежливо откажитесь. Чего ты так покраснел, дорогуша? Давайте хоть посмотрим на несколько ее атак. Ее, конечно, можно с первого раза на геноциде убить. О, я помню эту музыку. Думаю, фиолетовый пойдет тебе куда больше. Да. Clap your hands, Spider dance. Пощадим. Почему ты так бледен? Ты должен гордиться. Напоминает Тетрис, знаете. Гордится тем, что попадешь во вкусный торт. Ой, ё-моё. Ну, в принципе, до свидания. Маффет синхронно танцует с остальными паучками. До глубины моей темной душонки меня это пронесло. Вы победили. Вы получили 300 опыта и 50 монет. Ну да. Это постер последнего выступления Метатона. Трагическая история о двух влюбленных, разделенных самими звездами. Похоже, выступление вот-вот начнется. Да, веселое будет выступление, когда мы его убьем. Так. Ну что ж. Куда направляться? Внизу там тупик, да? Ну тут должна быть прикольная отсылка, или нет? Нет. Стоп, это от уровня фан значение игры зависит, да? Я правильно понял? Тут же надпись должна быть. Ну ладно.
Да, это от уровня фан, наверное, зависит. Просто, если вы не знали, если игру каждый раз перепроходить, разные эти происходят. Насколько я знаю, геноцид можно пройти больше 3 раз подряд, и тогда будут постоянно разные фразы в игре, тем она и прославлена. То есть, мало того, что тут 4 концовки, потому что еще есть концовка постгеноцид, мало того, что 4 концовки, вы при этом еще берете и... А, так, в принципе, ничего и не надо, отмена. Никогда отмена не нажимал, кстати, в лифте. Вообще, это получается 4 концовки, и при этом вы можете проходить каждый из этих 4 концовок по 3 раза, и будут постоянно разные диалоги в игре и так далее. Плюс есть значение фан в игре, которое рандомно определяет фразы, там, секреты персонажей и так далее, то есть, этим игра интересна. Эй, следуй зловещий заколок, справа за отличными покупками. В принципе, нам это подойдет. Никто не пришел, все такое. Ну, знаешь. Привет, это Бетти. Привет, это Кэти. Если ты читаешь это, тогда ха, для тебя плохие новости. Супер злой чудак. Альфис только что пришла сюда, и она забирает нас. Куда-нибудь в супер-дупер безопасное место. Но сначала мы возьмемся за гелевые ручки. Да, успокойся, Альфис. Мы не спишем их. И даже не думай о краже наших вещей. Да, чудище, оставь нас наш мусор в покое. Кэти, это не мусор. Это все очень ценное. Да, наш мусор очень ценный. В общем, в заключение, ты настоящий лузер. Да, лузер, ха-ха-ха. Подписано Бретти. Подписано Кэти. Украсть. Давайте украдем. Из кассы украдено 5 монет. Как богато. Что взять можно? Объедки, пистолет, ковбойская шляпа. Ничего не нужно из этого, поскольку у меня уже есть то, что мне нужно. То есть это сковорода и амулет потом я возьму там. Что в том переулке? Вроде как тупик. Не могу утверждать. Самая обычная стена. Угу. Ну вот. МТТ. Отель Метатона. Наконец-то! Я уже думал, никогда этого не увижу. Ирисковый пирог. Наконец-то! Скоро будет битва с боссом. А морской чай. И остается, получается, 2 топ-хилки, 2 средних хилки, и возьмем остальные средние хилки. Морской чай мало хилит, но это для последней атаки Метатона. Почему мне вечно достаются психи? А ты будешь заказывать или как? А, так, нужно взять стейк в форме лица Метатона, 60 узы, вот. Высокая хилка. Для этого нам и деньги. Держи свою покупку, маленький псих. Это очень эмоциональный чувак, он еще был Дельтару. Так, восстановление 40 ОЗ. Вот это надо нам понакупить очень много и по максимуму. Все. Почему мне вечно достаются психи? А, говорить? Как будто у меня есть выбор. Эвакуация. Никак пошутить надо мной решил, малыш. Ну что ж, что все, ушли с работы. Ну и что, что никто ничего не покупает? Это в порядке вещей, малыш. Порядки вещей. Метатон. Ну, полагаю, Метатон не говорил, что я должен работать. Но в этом есть фишка. Иногда он даже не вызывает меня на работу до середины моей смены. Если я не буду осторожен, он на меня накричит. Хорошо. Возможно, накричит. Не то слово. У него, скорее, есть музыкальный альбом, который он играет. И он целиком состоит из песни о том, какой плохой работник. Один. Что? Все остальные мертвы? Значит, сегодня я могу не работать. Боже, было бы это правдой, малыш. Было бы это правдой. Он нас вообще не боится угрожать. Прости, малыш. Угрозы на меня не действуют. Я не могу отправиться в ад. У меня кончились отпускные. Выйти. Снова один. Ну что ж, друг. Окей. Решимость. Решимость. Жаркоземье. Вход в логово пауков. И тут жаркоземье лобби отеля. На фонтане есть надпись. Королевский мемориальный фонтан. Построен в 2000 каком-то там году. Метатон добавлен на прошлой неделе. Ну да, чисто так, случайно. А лифт занят. Лифт не работает. Никто не ответил. Заперто изнутри. Никто не ответил. Никто не ответил.
Все посбегали, кроме того чувака во второй двери, похоже. Он долбанный псих. Короче, морской чай, он для последней атаки Санса. Все остальное у нас как бы это, в почете. При себе. Растения в горшке осуждают вас за ваши грехи. Видите, каждый раз разные фразы. То есть вам бы это бы не сказали на пацифисте. Игра настолько продумана. А это один человек делал. Так, ну это повторяется. Я проверяю столы, нифига. О, телевизор. Какое-то ТВ-шоу с участием Медатона. Это расписание выступлений, юмористы, танцоры, Санс. А, кажется, у них перерыв. Ну да, Санс тут совершенно случайно. Мы его убьем. Это доска почета. А, стоп. Это доска почета, заполненная цитатами и фотографиями посещавших знаменитостей. Ради такой еды можно умереть. Шикарный стиль и аромат. Мое лицо прекрасно на вкус. Все отзывы от... А, от Метатона. Мое лицо прекрасно на вкус. Это отряд Фикус. Ну, серьезный отряд. Какой-то ТВ-шоу. Тут больше ничего нет, да? Что ты нам скажешь, друг? А, они все осуждают нас. Осуждают. Лианы нельзя посмотреть. Ну что ж, идем. Идем, друзья мои. Куда идем? Мы с Пятачком. Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. О нет, о нет, о нет. Верно? Эй, а где электронная музыка? Не понял прикол. А, здрасте. Я что-то заблудился. Блин, они сейчас не включатся, я что-то не помню. Нет, на них тыкнуть нельзя. Слишком высоко. Решимость. А как называется? Жидкоземья отдел ядра. Да, мы в ядре. Север – путь воина, запад – путь мудреца. Все пути ведут к концу. Неплохо. Зачем они нужны? Вопрос. А восток – конец. Нам, похоже, это, наконец. Да. Наконец, наконец нам идти. Реши эту головоломку, и проход к концу откроется. Тут должна быть спецкомната, я не путаю. Да-да-да, пугайте. Но никто не пришел. А внутри мусорной корзины... А нафиг нам нужно оставить? Почему бы не расслабиться и перекусить? Из мусорки? Неплохо. Неплохо, солидно, прекрасно, классно, офигенно. Что ж... Откуда мы пойдем? А, тут это все, да, решено. Ну ладно, а куда идти-то? Посередине надо, да? Я просто выпендриваюсь. Ну ладно, давайте. Стоп. Я чего-то не понимаю в этой жизни. Стоп. Я не боец. Я не мыслитель. Но с моим терпением я смогу пройти путь до конца. А восток — это конец. Ну окей. Попробуем пройти сюда. А, пройди северную комнату, и проход к концу откроется. Наконец-то. Это финальные чуваки. Бимса, вот, и финальные фроги появились. Ой, как офигенно бьет сковородка. Гав. Финальный фрогит. Финальный фрогит. Ой, хорошо. Квак-квак. Нифига себе ты. Финальный фрогит. Ты что, совсем? Ладно, у меня 72 хп. Повышение. Неплохо. Тут их трое будет, да? Да. Это финальные боссы. Ну, не боссы, а... О, наемники выходят из тени. Новые чуваки. Рыцарь-сныцарь. Фига себе. Закрой свои глаза. Абракадабра. Блин, на пацифисте этот батл поэпичнее будет. Там музыка на заднем плане должна быть эпичная. Да чё он такой сильный-то? Эту атаку чисто на рандоме пережил, алё, друг. А может и нет. Теперь точно во всё попал. Он очень сильный.
Тинкл, тинкл, хой. Хой? Хой. Планки хой. Если он с первого раза убивается, то я идиот. Нет. Ну ладно. Фокус-фокус. Блин, депрессивная музыка. До свидания. Я уж думал, он не умрет. Давайте, последние чуваки. Что за кошмар? Финальный Вимсалот. Он самый легкий должен быть по ХП. Он выжил. Не в этот раз. Он запомнил то, что я творил в подземелье. Друг, не убивай меня. До свидания. Да вы серьезно? Посильнее Undyne будете, друзья. Нифига себе, это самый лучший крит, который я делал. Серьезно, 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 серьезно. Да, 22 хп? Ты чё, Санс? Да-да, я все видел. А, неплохо. Просто Фрогит нормальный такой баб давал чувакам. Не говорите, что я сюда зря перся. Стоп, блин. В чем вообще такой прикол? Стоп, 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 стоп. А куда идти? Да заткнись ты. Так, это не сюда, явно. Явно не сюда. Капец. Это явно не сюда. А я что, зря сражался, что ли? Да, я все это зря делал. Ну, прекрасно. Только не говорите мне, что лифт работал. А, я типа сейчас включил питание, и лифт заработать должен, да? Я правильно понял? А, так, я сохранюсь, а то у меня жизни нет. Лифт сейчас должен заработать. Или я сразу мог пройти к лифту? Но не мог же я на геноциде пропустить те три монстра. Так что я все сделал правильно, да? Или я потратил время пустую, а не важно. Что это за колба? Ничего. Ну ладно. Так, так, так. Кого я вижу? Друзья мои, я ненавижу вас. Вот, да. Решимость отлично. Старый друг. Но и все-таки ты здесь. А после нашей первой встречи я осознал кое-что ужасное. Ты угроза не только монстрам, но и человечеству тоже. Ого, это проблема. Видишь ли, я не могу выступить без зрителей. И кроме того, есть кое-кто, кого я хочу защитить. Ха-ха-ха-ха, как всегда, не терпится начать, да? Но не переключайтесь, есть кое-что, чего вы не учли. Каждый настоящий фанат знает, что сперва меня создали как противочеловеческого робота. И лишь после того, как я стал звездой, мне дали более фотогеничное тело. Однако, первичные функции так никогда и не были полностью удалены. Подойдет ближе, и я буду вынужден показать тебе свое истинное лицо. Ну и что же, готовы? Шоу начинается! Метатон Нео. Не угадал? Метатон Нео преграждает дорогу. Он собак, я просто его буду щелить. Сцена освещает... Серьезно? 90 атак и 9 защиты. Лучшее изобретение доктора Альфис. Он не хочет нас убивать. Ну до свидания, он сам виноват. Похоже, ты не хочешь мой фанку. Нет. Носок, нос. До свидания. Arrivederci. Друг мой. Что ж, мы близко к финалу. Следующая серия будет последней. Держись, Санс. Это будет самая долгая поездка на лифте. Я прав? Да, возможно, я прав. Или нет? Или да. А я не знаю. После разговора с самим собой я наконец-то приплыл. Ну что ж.
Сохраночка. Да, здрасте. Стоп. Лифт занят. Кем? Прикольно. Кем занят? У них все еще эвакуация проводится? Тогда я близко. Они слишком медлительны. Конечно же, я знаю всю правду. Тишина и покой. Только постукивание кнопок моего джойстика. Наконец-то, хоть какая-то музыка. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Следующая серия будет финальной. Санслейду.